Всем привет, салам, остальным соболезнен, на связи Цезарь. Да, выходит новый ролик, в нем у нас замес с байкерами, фан-моменты и пуш военки. Также, как только набираем 700 лайков, выходит новый ролик. Игра на сервере Majestic RP 3, видите мой промокод Цезарь на всех серверах. В данный момент сидим в мексиканской мафии, третьем сервере. Поэтому всех ждем, подтягивайтесь, будем тулиться вместе. Победитель с конкурса настолько у вас на экране, для честно же поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Братва, также, как только добиваем 10к на канале, выходит крутой конкурс, новая сборка, а также гайд, как пробиваться в гетто. Поэтому не забываем и подписываемся. Ссылка на наш дискорд канал, в котором прямо сейчас идет крутой конкурс на 5к и куча модов уже в описании. Всем приятного просмотра. Чаки рисуют круги под глазами, Лаль любит сактик, пич, лапитами. Лав делает кэш такими словами, я не за горами. Ты знаешь, так, на ловле дома снимаем контент. Типами, куда летят деньги в карманы, мы знаем. Кончены ставки, вместе поправки. Словил дом. Убить шалав, убить, догнать, убить, уничтожить, опасать. Просто ничего не знаем. Вот это вот сверху. Ой, ему похуй. Зачем моего друга убил вчера? Готовьтесь, готовьтесь, они сейчас выйдут, будут по нам стрелять. Готовьтесь, так что. Ебать! Кинуть шалаву. Дал. Убил вроде. Убил. Скользящего уебана. Дал. Броники, флоги. Ну, дал ему хит. Пулемет. Оденьте броники, отходите, они не пушат. Я в бронике. Я тоже. Цезарь, одень. Еще два мне еще. Спина, спина, спина вышла. Короче, Цезарь, я надеваю броник и скидываю тебе броник. У нас там Адриан сейчас убьет. Адриан, уходи. Меня ебут. Цезарь, я тебе за магазином броник. Нахуй мне этот броник. Я Адриану помогаю. Я уже убил троих. Я кручу. Давайте, давайте. Ёб твою мачку. Ёбка на мячку. Адриан, давай входим в них. Убил. Нашел, нашел, давай. Последний без броника. Он нашел. Убил. Передние двое грабят, одному снял броник. Опа, убили. Убить шалаву. Ебать, вы потеете там нахуй. Вообще-то скидываемся, типа, битварщик отыграли. Долбоёб, куда ты уйдёшь, а я уебище. Какой ПГ, блядь, ты дебил, блядь. Ты долбоёб, ебать, я сейчас убью, нахуй, пусть чучело, ты ёбаный, ты его куда ведёшь? Давай, да стреляй, стреляй, чё ты не стреляешь? Долбоёб, ты знаешь, ты чё думаешь, я тебя убью ещё нахуй. Давай, убивай. Шлюха, ебаный, отпусти его нахуй. На туда, лоха, ебаный. У кого ножик есть, снимите пальцами. Да. Ну-ка, чё ты пингвин там пискнул, что-то я не услышал. Слышь, долбоёб ебаный. Ты, сука, терпилоид, бля, мой. И, бля, чёрт нахуй. Да-да-да, мне это говорит мужик 30 лет, который работает на заводе, бля, целый. А ты вообще рот закрой. Слышь, долбоёб, тебе наебало носу, уёбищей. А, грабите, значит, так, да? И чё сделаешь-то, чё сделаешь-то? Школьники, бля. А, школьники! Я тебя сейчас в рот трахну. Смотри, чё я могу делать, долбоёб. Вот так вот. Тихо, Райан, лучше убери, это же терпила ебана, сейчас напишет на тебя репорт. Жаль это. Да похуй, пусть сам развязывается, тут уже как бы его. Опа, блядь, долбоёб, как его вести за собой? Чё ты нахуй? Тихо, не веди! Вы имеете право хрип молчания, также вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, может, будет или использовано в суде. Также вы имеете право на один телефонный звонок. Вам ясны ваши права? Долбоёб. Пошёл нахуй. Алло, ёбище, я тебе сейчас бошку нахуй прострелю, блядь, ты охуешь, ты чё пушку или постельки? Давай прострели. А чё ты погаешь? Ярка, а чё, вот он сейчас погаешь, я с револьвером стою, я убить готов. Благодарствую. То можно сказать по поводу того, что я тебя еще ебачку, ну, разобью, так скажем. Как у тебя дела? Короче, ревик скидывай или тебе пизда. Он, стой, не надо, есть ревик? Не надо, он с девчонкой, не надо, это не надо. А, все нормально, братуха, все нормально, это шуточка. Пранки небольшие, поехали. А, братишка, ревик на ночь? Да не, братан, спасибо. Не, запомните, извини, вот это вот хуйня, типа втроем при бабе щемить, это же вообще, блядь, ну, ебиш, не, такое не занимаемся. Подожди, а чему я пошел? Зачем? Давай, еду за тобой, давай, еду за тобой. А у них, слышь, у них сейчас тачка взорвется. Я их не могу догнать, чтобы поджать. У них сейчас тачка взорвется, сейчас взорвется уже. Машина заглохла, блядь, что я сделал? Ну, сука, они уехали. Ну, шкальча хаза, а ёху, а? Что случилось, фантом, что случилось, подожди. Все толстые, они раз фантома узнали, значит толстые, погнали за ними. Рокки, собор, собор. Ты герст дуэнш, сан? Рокки, собор. Как он герст дуэнш? Чё? Speak Russia, man. Бля, я сейчас тебя поймаю, на колени посажу. Давай. Герст дуэнш, чушен, сацуэнш? Сам такой, давай, не оскорбляйся. Чё оскорбляешь-то сразу? Давай, адекватно общайся. У нас тачка горит, у нас тачка горит. Там герст. Мы тот играем, это 5000. Что за хуйня творится? Прыгай! Вы, говорю, прыгай, говорю. Да мы воду пизданули, пики нахуй. Воду нахуй расход. Ну, Дури, а чё вы толпой-то, когда фантома гасили, смелые были? Чё молчим? Ну, давай пообщаемся с тобой. Да, слышно меня? Да, слышно. Чё, пацаны, чё стало? Объясните, как. Хорошо, хорошо.
Мужики, чё хотите от меня? Смотри, вот за твоей организацией имеется косячок. Объясни, какой? Сегодня толпой зажали одного, пытались поставить на колени. Ага. Ну просто налетели толпой, гасить начали, говорят, то, что я... Толпой угасят, даже льва знал об этом. Я ни перед кем на колени не встаю никогда, понял? Я чисто решил с горы спрыгнуть, сознание потерял, больки проснулся. Вспомнил о вас, вот решил отомстить, вот тебя выцепили. Чё ты расскажешь, нахуй? Чё вы толпой смелые? Чё вы меня повязали? Чё вы Стечкина не повязали, есть такие смелые? Ты не скажи, где он, пусть он запрет. Зови их сюда, слышишь? Прямо сейчас берёшь, нахуй? А вы меня зачем повязали? Скажите? Подожди, в данный момент ты отвечаешь за свою организацию, прежде всего. Да, мужчина, да, ты после этого. Стреляйте. Бля, мужчина, и когда будешь пристать человека одного на колени ставить? Объясни мне, мужчина, блядь. Ты когда что, рыл одного ставил на колени, ты себя мужчиной почувствовал, скажи мне. Хуйню не врубай здесь. Сейчас сюда, Лохмаджу зайдет на днях. Вы как пожалеете об этом? Кто зайдет? Лохмаджу. Вообще-то, для начала Ламаджу. Че, пока что делаете, хоть тут за убить? Только толпы мышцы набрали, как мышки, да. Алло, какая толпа? Вы нахуй 100 человек одного жали. Ты мне вообще не загоняй про толпу здесь. Ты с кем общаешься, за них в ответе будешь. Хочешь, ты ж выбрал свой круг общения. Ты хочешь стрелу забить? Стрелу ты хочу забить тебя. Хочу стрелу забить. Хорошо, во сколько? Как мужчина, давай. 5 на 5 в 2 часа ночи в аэропорт. Хорошо, давайте. Все, связь. Смотри, смотри, нас четверо. Мы вам даем шанс в пятером приехать. Без брони. Что, только смотри, если ты мужчина, ты приедешь в 5 человек. Если ты не мужчина, мы тебя все равно выловим. Что, ты приедешь? А? Давай. Мне 4 минуты мне не хватит, дайте 10 давай, давай в 2 часа 10 минут, окей? Давай, 2 часа 10 минут, давай. 5 на 5. Короче, петушок, он ебаный эту шару, да, зовет? Так он приедет, спроси у него там в чате. Приедет, они здесь играют, нахуй. Он говорит, какой план уж, да. Забей. 7. Не говорили. Чё, красава, стрела? Забита. Типа он имеет в виду, всем не говорили, типа, говорит про народ тоже, типа, понял? Бля, им пишет Логан. Киндов, семерых не было, стрела показывает. Мы, блядь... Стой, подожди, с ним по-пацански договорились, типа, ему сказали, хоть в пятером прийти, нас четверо бот. Так он все равно пытается собрать шару, по итогу его челы дают заднюю, боясь четверых, ну это пиздец, бляк. Чё-то не подъехали-то 5 человек. Давайте всё нормально, да. Завали. Эй, они меня повязали, Поднимайся. Зачем? Я не понимаю, блядь. Убить их всех, убить. Цезарь, зачем это надо было делать? Тихо. Это самый глупый мув, который мог... Всё, нам пизда, Цезарь, ты хуйню сделал. В плане? Я хотел пташки накинуть. Ебать, это ДБ называется. А вот него вышел, они выходили. Они сайгами, не подходите, они сайгами. Не подходите, они сайгами, сайгами. Не сайгами. Мне пизда. Одного убил. Хорош. Серьгу право груди. Сайгой вышел. Второго убил. Пиздроников убить. Шалаву скинуть. Найс. И типа забрать. Убил. Убили. Не твой уровень, дорогой. Братанчик, а может, слышишь, пошли 4 на 4, я тебя просто рачком поставлю. Поешь КС 4 на 4? А, потерялся, ну ладно. Лутайте. Да не стреляй ты, ебанутый. Выходи. Вот ты тут. Убью одного. Возле меня стоят челы, это были они. Дайте мне рейк, пожалуйста. Меня ограбили. Цезарь, вы тоже подписчик, слышишь? Красава. Я мертвый, алло, что это за хуйня, почему это... Цезарь, Сайгу бери, Цезарь. Бери Сайгу, Цезарь. Приди, Брайан. Я ебал, типа, их матери, я не знаю, я, блядь, буду каждого, нахуй. Долбоёб ебаный, сосишь хуй. Всяких этих ебаных. Да, блядь, мы сегодня не успели пороть, садись. Тихо, готово, раз, два, три. Бам, спадебик. Ещё броник целов. Уезжаем. Нет, играем. У меня все нормально. Кью, встаете и хилитесь. Там снапа. А, убить. Скинул. Красный удал. А у кого он левый пикает, смотри. Лево убить. Убили. Эй, дебилы, блядь. Нет, не убили. Убили, он скатился. Прилетел. Меня еще бьют, сука. Вот это они. Да, это они. Ебашьте, пошла. Чё там, кого ты на колени поставишь? Скажи мне, когда ты вас двое. Чего, 100 человек-то нету? Давай, выходи. На коленки. Давай, волчонками здесь прямо ложись нахуй. Зачем? Почему его убить?
Пушим, пушим. Еще не берется, твою мать. Пушим. Даушот. Убили. Лучше. Я самый задний на крышу, залезаю правую. Прям сразу за ворот. Кто-то вас гонит. Не бойтесь, не ходите по номерам. А, он с лапнул мне. Убивай, не бойся, убивай, зажимай в него, зажимай. Да я его ёбнул, забирай. Заходите! Идите, просто идите в них внутрь. Захожу, залетаем, залетаем. Залетаем, все. Широкую, все, чё вы стоите? Мне надо этот, нет, сейчас. Всё, пацаны, пусто. Попробуй меня по краку. А, пацаны... Вам в спину пиздец мусоров бежит там. Мигу, рек сбивай, ближнего два. Двери бей. Лутай реку, лутай, я тебя прикрываю. У того с трибунами. А, бля, я вижу танцы, короче, там не походу. Их на полосе дохуя пизда. Надо как-то полосу выбить и мотовозку забавить, пацаны, давайте. За мотовозкой один стоит. Они в ангаре, которым мы вход пробегали. А, сзади. У кого есть эпик, поднимите меня, пожалуйста. Погодите, надо стянуться ближе к ангару. К ангару подбегите, алло.